Так, как пойдем? Давай мусор выкинем там. Пойдем. Это. Ну выбрались, погода, в принципе, ничего. Что? Все, мы идем. Что-то как-то все мило не может получиться. Мы старые видео посмотрели, как они там. Надо другой это сделать, как он же здесь его голова мешает. Я как-то по-другому легко ставила. Да, как-то это было, вы же ездили даже этот. Мы везде в самолетах, это, да. Постоянно мы катались. Мы в этот. Мы же постоянно ходили с этими ходунками в этот санаторий, там, да. А потом оттуда его я ставила бы. Он постоянно же у нас был. А сейчас он как-то. Просто он перестал закрываться. Ну там механизм, надо посмотреть, где-то защелка. В чем причина? Что? Он уже большой, он туда-сюда его. Ну чувак. Да, где-то ударил, может. Аккуратно, что камера, а зачем смысл? Потом хочу на этих качелях покататься. Никак не это не попадает. Что-то молодежь, наверное, экзамены или что-то они знают. Мы что-то запутали вообще с дорогой. Не, мы прямо идем, как раз, да, это по Ленина. А мы здесь Мегах перейти. Здесь, о, вот здесь как-то надо посмотреть. Вон там. Пойдем. Да. Что-то у нас как-то не складывается. Это я везде, так везде одни препоны. Надо было тут в ту церковь пойти. Андрей решил в другую церковь сходить. Ну да, посмотреть, что там. Надо было туда пойти и все. Все, ладно, поехали. Сколько мы светофоров прошли? Уже светофоров. Мы же так шли. Мы сюда перешли, на эту сторону. Уже светофоров 6 или 7 мы поменяли, чтобы как-то. А, все, понял. Это же ЗАГС центральный. Они стоят же. Церковь. Сегодня же суббота же. Они женятся, да. Это что, городская управа? Да, конечно, в Баку это целые сказочные дворцы, там, я не знаю, здесь как-то попроще в России все это. Управа? Скажи, что да, это горуправа, и это... Там полицейский участок простой, там, не знаю, что... Заходишь, стоит бюст Алиева, музей, и это все... А здесь, видишь, все попроще, даже это, столовые общие. Приходите, вон, видите? Там уже лепесточками все сделано, как положено. Это уже, наверное, кстати, у которого вышли. У кого-то счастье у людей, правильно? Уже которые прошли. Да, уже. Ну, а там по очереди же. Суббота-воскресенье а же. А мы сейчас со своей колясочкой здесь им. Суббота-воскресенье же это все бывает. С коляской, да? Да, видишь, везде она. Хорошо. Все, ладно, пойдем дальше. Что говоришь, Ян? Ребенок проходит и спрашивает, мама, почему я, почему мальчик в коляске? Ну, мы стали так это вроде подшучиваться здесь между собой. Яра отвечает, потому что не могу сам идти. Любимый дом, классный, кстати, да. Шарик, здесь надо сфотографировать. Может? Доктор, потом все церкви закроются. А может, потом в другое место пойдем? Ладно, пойдем. Ну, ты придешь еще раз, на. Пойдем. Он говорит, не могу сам ходить. Я ему говорю, что Яра не главное это в жизни. Надо, придет время, научишься. А не научишься, значит, главное головой работать жить. Главное, чтобы у тебя всегда был кто-то, кто тебя отвезет. Вы поняли, да, что он говорит? Почему я в коляске, да? Ну, или я, или пока. Ну, это пока я. Все, будет хорошо. Не переживай, все будет нормально. Пойдем. Мы решили сюда зайти, в эту церковь. В принципе, она очень красивая. Но мы обычно ее проезжаем или это мы здесь. Кованые, да, вот эти ограды. Пойдем посмотрим, открыто, не открыто, можно, нельзя. Здесь очень красиво. Они недавно крышу перестилали, все переделывали. Храм Рождества Пресвятой Богородицы. Посмотрим. Можно его выпустить здесь. Можно пройти там, посмотреть.
Слезаем? Все, давай. Все, готов? Ну переделай там это, чтобы он нормально. Только не беги как -нибудь. Давай. Давай вот, поднимешь лучше. Там все равно стоит жертва, пожертвование, не пройдешь. Скажи, правый мне тяжело. Ну, я помогаю ему. Правый тяжело ему немножко. Проходи. Пойдете там помочь? Вы подойдите просто. Спасибо, Клава. Аккуратно, только веди себя хорошо, давай договорились. За ножками смотри, остальное мы сидим. Давай свечки я подержу. Давай, чтобы не поломать их. Тебе тяжело будет так. Давай, я подержу, буду давать тебе. Сюда. Яр, пожалуйста, следи. Следи, пожалуйста. Молодец. Аккуратно. Пойдем. Я тебе дам. Туда, вперед. Аккуратно. Конечно, да, это красота. А не знаю, сюда можно или нет. Тут, по-моему, нельзя сюда. Не знаю.
относительно удобнее. Бутылочек? Может, там есть бутылочек? Николай? Лука. Лука? Крымский. Самое главное — это здоровье нам и нашему. Да. Остальное все это. Все остальное все. А остальное это все дело на живое. Главное, чтобы ты был выздоровел, чтобы папа, мама здоровы были, твои близкие. Имели бабуль. Остальное все это ерунда. Нет, перед иконой что-то там. Угол там какой-то. Я вообще первый раз вижу. Это вообще красота. А что это за икона? У нас святые мощи. Иоанна Предтеча, может, кто-то его какие-то святые ведь. Ну, мы потом в интернете почитаем, что здесь в этом. Мама, а что? Сейчас идем. Все, тихо, не кричи, пожалуйста, разговаривай тихо. Поднимайся. Поднимайся. Что мы не умеем разговаривать, да, так бы что-то говорить. М? Не умеем разговаривать. Ну, в смысле? Ну, что-то освещать, говорить. Ну, разговаривать. Ну, просто не знаю, как это, какую красоту описать руками, языком. Вообще шикарно. Сейчас. Это для пожертвования росло. Мила. Да здесь прям потом. А? Ну, дядька, мужик тут зашел с семьей. Ты все завис. Ну. Мне уже больше ничего не было интересно. Хорошая тут церковь, честно говоря. А более так, много всякого. Цивильная, да, такая? Ну. Идем куда же. Пойдем. Потом. Пошли.
красота. Я сейчас... Вон, проходи. Я предлагаю тебе сейчас просто сесть на коляску, потом заехать наверх, а там уже, потому что это будет подъем, ты замучаешься на коляске. Я хотел вообще паромную переправу, но она далеко, по-моему. Прямо сейчас? Не, просто... Ну, это далеко. Мне кажется, мы... Но это вот сюда вот вниз, туда идти. Ну, нет, далеко. А, потом сколько сядет, это столько сядет на коляску? Сколько по времени посмотреть, куда идти? Давай, нет. Да там переправа порога. Можно доехать на. Куда мы тебе просто пошли? Ну посмотри. Пойдем. We'll be right back.